Итак, это Horizon Zero Dawn, мы с вами продолжаем с того же самого места. Как помните, в прошлом выпуске были маленькими, подросли, два дня до инициализации, и куда-то задевался раз. Ну, я так понимаю, что нам туда нужно идти. Вообще, нужно осматривать все. А, это типа сохранение, хорошо. Попробуйте, что? Более подробная информация изложена в графе описания предмета. Вы можете позволить... Можете повалить на землю машину небольшого размера. Левый shift плюс вот так вот. Да? Придется испортить тебе веселье. Хорошо, я понял. Так, это все собираем. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Ну, видимо, туда и пошел. Да, напоминаю, играем на самом максимальном уровне сложности, и так что черт его знает, сколько мы здесь будем умирать. Это вот прошлый выпуск показал, что это будет нелегко. Что но интересно. Он делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Так. Что там? Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали, и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Хорошо. Что-то еще? Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной граты кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Ну, хорошо. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Да нет, что-то беспокоит, да. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Элой. Обсудим это потом. Ладно. Хорошо. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не тимёт, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат. Ну-ка, чтобы открыть меню заданий, нажмите Enter, да? Хорошо. Чудная Грата, уровень 4. А старуха-изгой по имени Чудная Грата часто нуждается в помощи. Беда в том, что она подает голос лишь тогда, когда молится Великой Матери. Поэтому понять, что ей требуется, не так-то просто. Поговорите с Кратой, ладно, хорошо. Добудьте огнежар. И добудьте из машины осколки. Ну, погнали. Что-то не смысл. Он ошибается, если думает, что я его брошу. Чтобы открыть карту, нажмите... Понял. Поставили бы на другую клавишу, было бы легче. Путешествие. Но это можно сохраниться, я тебя понял. Где эта Грата живет? Здесь, сердце матери. Новая зона костер. Ну давай сохранимся здесь жестко. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. Два дня. Через два дня я получу ответ. Два дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать.
Ну это, кстати, да. Мне безумно интересно самому. Какого черта вообще? Сейчас, подожди. Слушай, эта штука работает? Работает. Самое смешное, что она даже не разбила ее, да, за все это время. Сколько столько тренировалась. Там разбить на раз-два такую фигню. Ну, естественно, второй вопрос, это откуда там электричество, но энергия. Ну ладно, предположим, какие-нибудь супер-ультра-мощные аккумуляторы. Не суть важно, которые там работают 2000 лет. Класс. Нет, хорошо сделано. Вот прям приятно. Я имею в виду, портировано. На ПК. Управление удобное. И все же, поговорите с Карстом. Вымените у Карста нити мед. Где у нас Карст живет? А, на М можно как раз. Здесь у нас с вами еще один. Здесь дозор матери. Руины. Раздобудьте огнежоры и осколки. Но, в принципе, можно было бы по дороге идти, но... Ну, так, типа, не то чтобы открытый мир. Но свобода действий есть, это хорошо. То есть я могу пойти по-любому. Ну, нам в ту сторону. Ладно, пойдемте сюда сходим. Не будем особо сейчас так бегать. 600 метров, фига себе. А что у нас по выносливости? Потому что она так начала немножко задыхаться. Она здесь вообще есть. Прощай, или нет? Прощай, осторожность. Именно так и есть. Зато весело. Сердце матери. Еще два дня, и я увижу, как они там живут. Столько людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко. Окей, это прикольно, то есть от нее никто не может уйти. Ни одна дичь. Кабан там, он тут. А он на меня бросится, нет? Сколько у тебя здоровья-то, эй? Обалдеть. Мясо? Ну ладно, хорошо, слушай, прикольно взять все. Этого мне надолго хватит. Ну мы же хотели для этой собрать. Это прикольно, я такого не ожидал, что здесь такой сбор. Здесь у нас с тобой что? Просто проход, костер, и можно вот сюда выйти. Ну ладно, давай сюда пойдем. 100 метров, 200 метров. Я не вижу никакой выносливости. Так она от тышку не появляется, в принципе, задыхаться начинает. Но ничего особенного. Здесь что-то было. Я еще могу обратиться. Спокойно. В свою пользу. Зараза. Хорошо, я понял. Это будет не так просто, как хотелось бы. Боу. Класс. Бежим. Спокойно, мне нужны стрелы. Я не могу сделать, у меня одна стрела осталась. Мне хотя бы одного завалить нужно. Понял тебя. Бежим. Хотя нет, стоп. У нас копья нету? Ничего такого нету? Понял тебя, боеприпасы кончились. Значит, просто бежим пока что. Чтобы сделать боеприпасы, нам нужно одного из них забить. Добудьте огнежер из бегунов, добудьте из машины осколки. Ладно, хорошо, потом. Там прозвлекался с кабанчиком, называется. Там можно сохраниться. Они меня потеряли. Здесь подняться наверх зачем-то. Наверх, нет? Сюда. Фига себе, здесь не очень понятно, куда прыгать на самом деле. Так, подожди, вот. Же без понятия, куда я нафиг лезу. Прыгай. Так. Ладно.
Здесь еще рядом кто-то с кем-то сражается, мне кажется. Там пожар. Воу! Что ж ты зачем? Через два дня я получу ответ. Я тебя понял, мы начинаем около... Я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Мы начинаем около костра. Здесь мертвая туша валяется. С тебя можно что-то собрать? Нет, нельзя. Но это, в принципе, хорошо, ладно. То есть у нас появляется возможность... Подожди. Это просто дозор. Появляется возможность сейчас тех завалить. Да не разговаривай, иди в задницу. Так. 18 стрел. Ну, я так хорошо пострелял в кабанчика с зайцем, что просто расстрелял весь боезапас, мне нечем было с ними сражаться. А мне нужно было хотя бы одного завалить. Что-то придумать. Прикольно, хорошо. Ну, я типа могу, естественно... Обойти их как-нибудь сверху, да? Попытаться. Но нам нужно ли это? Мы можем сразиться с ними. По-любому добыть нужно все части. Просто желательно попасть сразу в уязвимую точку. Пометить цель. Отобразить путь. Куда он идет? Он меня запалил, что ли? Сколько у тебя здоровья? Походу забил. Давай вот сюда, вот 62, хорошо. Боеприпасы кончились. А, ну вот, у меня есть эта штука по-любому, хорошо. То есть я так и так могу сражаться. Я в прошлый раз мог сражаться. Вау, классно. Отходим. Съешь. Ай, хорошо. Нормально, нормально, мы живем, живем, живем. Все хорошо, отлично. Ягод больше нету, но он один остался. Ну, прыгай. Да, это забавно, согласен, все. Я понял, как это делать. Давай, собираем все. Такое ощущение, что еще один где-то. Нет, а то он просто дергается. Вау. Ладно, хотя бы стрелы могу сделать. А это что такое? Снизу. На, огненная стрела, у меня нет просто компонентов. Мне нужны ягоды. Хм. Кабан. Ладно, я думаю, снизу соберем, пойдем. Слушайте, ну это прям чётенько, сложность очень приятная. Мне прям очень нравится. В меру сложно, в меру так хардкорненько, но при этом все выполнимо. Если все правильно делать, все нормально получается. Я так понимаю, что это самые простые, честно, существа, но их было трое сходу. С учетом того, что я вообще не умел сражаться и ни разу не видел, как это делается. Во, можно сохраниться здесь. Интересно, мы подлечимся или нет? Подожди. Почему нет? А, стоп. Мне, да, выбрать вот так вот нужно. Черт.
Я не могу попасть по нему вроде, да? Да нет, птичка, вот. Индюк. Сердце матери. Вон они еще. Так, ладно. Дождь начался. Я хотел в индюка попасть, но не вышло. Ладно, потом. Давайте сохранимся. Я надеялся, что ты здесь подлечишься. Но я так понимаю, что нет. Очень неплохой урон, когда мы с вами попадаем в голову. Лиса. Там можно было перепрыгнуть. Нет, здесь не пройти. Фига себе, что тут ни одной этой самой нету лекарственной травы. Там кабан. Такое ощущение, что там действительно с кем-то сражается кто-то. Мы примерно в том же месте сейчас, если не ошибаюсь. И звуки точно такие же, как и раньше. Ну-ка. Я промазал. Да падай уже. Спокуха. Давай соберем все. Взять все. Инвентарь. А, смотри, у нас с тобой есть навыки. 3 навыка нераспределенных. Охотник. Устранить небольшую машину или слабого противника, либо нанести, да, это бесшумная атака. Хорошо, это можно выучить. Подожди, а он уже есть, да? Освоить навык. Вот, F. Есть. Здесь. При прицеливании в ходе прыжка или скольжения время замедляется. Ох, это круто. Это я хочу. Но это просто красиво. После прыжка Элой приземлится на землю абсолютно бесшумно, не привлекая внимания противников. Можно приманить ближайшего противника. Собиратель. Путешественник. Дает возможность разбирать предметы, да? Получая за них половину стоимости в осколках. Воин. Блин, здесь это все нужно прокачивать, а так мало опыта. Давай, собиратель, чтобы можно было приманивать предметы. Ну, копье, это понятно, одежда, ясно, модификация, ресурсы. У нас с тобой есть, например, мясо. Изготовление предметов животных, это обычный ресурс, широко применяется при изготовлении предметов, его можно продать торговцам. Съесть его нельзя, то есть, хорошо, изготовление. Охотничий лук карха. Модификации можно поставить, карта, задание, записная книжка. Каталог машин. Мы с вами знаем только бегуна и рыскаря. За столько лет. Ну, странно. Там вот ягоды, если не ошибаюсь. Но это бегуны. Жалко, мы не можем их так спугнуть, как это делал наш отец. Я могу сюда подойти? Я хочу собрать эту ягоду. Я сползаю. Тихо, тихо, тихо. Все, я понял, на клавиши Z можно прокручивать, на клавиши, что там, F, да, можно использовать. Сейчас сюда придет вот тот красавчик. Я хотел бы его приманить, дождь заканчивается. Да, давай, попытаемся. А вот бесшумное убийство, это может быть прям очень интересная штука. Вот я его пометил. Они просто вместе стоят, зараза, мне это не нравится. Не высовывается, пока не восстановлю силы. Ну, предположим. Давай его подманим. Так, он меня не видит. Бесшумная атака. Класс. Вот это хорошо, блин. Того нету, да? Нет, нет, все хорошо. То есть и не нужно с ними, в принципе, сражаться. Таким образом, потихонечку подманил одного за другим. Зачистил. И собрал все, что тебе нужно. Шикарно.
Причем, естественно, мы с вами можем и не подманивать, а если он спиной стоит или там отвернулся от нас, тоже можно спокойно, естественно, так подойти. Мне бы подлечиться да сохраниться, вот это было бы сейчас просто шикарно. У нас костер где-то за спиной. Ладно. Я вот думаю, мы можем так аккуратненько подойти, чтобы этот нас не заметил. Так, мы вот этого забиваем. Я надеюсь, получится. Давай достанем. Если что, просто убежим. Если что, просто убежим. Ладно, бежим. Вот это станули. Сейчас главное не упасть, не разбиться, потому что сами видите, какой ландшафт. Где-то здесь костер был. Не может быть, чтобы это была всего одна машина. Раз-то не видно. Пока еще рано. Понятно. Он должен быть здесь, но его здесь нету. Я могу подлечиться? Нет, нету. Нужно осмотреться в округе. Может быть, где-то есть еще лекарственные средства. Во. Слушай, а дверь почему закрыта? Здесь тоже, типа, можно хорошо. Я же не могу открыть, да? Мне, видимо, сюда нельзя. Ну, пока что, во всяком случае. Окей. Да, подлечился, называется, 77. То есть прям очень много лекарств нужно, чтобы нормально отличиться, хорошо. Я предлагаю попытаться найти... Вот, чудная грата, нам вот сюда нужно. Хорошо. Все, понятно, пошли потихоньку. По пути мы с вами так или иначе соберем все, что нужно. Глядишь, может быть, и ягоды будут. Только нужно внимательно. Так-то мы с вами и плавать умеем, да? Все будет нормально. Дозор матери. Слушай, а я могу сюда заходить? Они же не должны на меня напасть. Ну, я просто изгой. Ну, типа, изгой и все. Хотя кто ж его знает. Но, в общем, мне правил никто не объяснял. Сюда ходить не запрещал. Идем. Нет, здесь тоже ничего нету. Ну-ка. Индюк. Ну, это ерунда. Можно, в принципе, сейчас прям сразу еще одного кабана забить. Я уверен, что она как раз это и попросит. Но есть вариант, что, возможно, она попросит и, типа, там будет после этого собираться какое-нибудь квестовое особое мясо. А это не подойдет. Но нам так или иначе нужно будет с торговцем торговать. Для этого нам понадобится... Блин, я вас спугнул. Для этого, естественно, понадобится нормальное мясо. Но я думаю, что тоже, если ему там в голову попасть, больше урона будет. Есть, отлично. Хорошо, еще лекарство. Так, летишь, вообще отличимся. Плюс шкура какая-то синяя. Шкура кабана. Отлично. Что это? Камень. А, это плевать, мне не нужно. Но мы с вами потихонечку продвигаемся, куда нужно. Все в порядке. Индюшка, тебя вообще забить можно, нет? Да, можно. Нужно здесь сохраниться. Это прикольно, что можно вот так вот просто по-быстренькому раз-раз. Ку нажал, сохранился, дальше побежал. О, точнее, я. Я так думаю, что лекарство в более, так скажем... В легком режиме сложности больше восстанавливает здоровье, чем у меня сейчас. Ну, у нас, в принципе, все так хорошо получается. Да именно этим занимаемся, по-любому. Нам же сказали, что у торговца... Я твоя сестра! Что? Алара! Кто это сказал? Останки машины. Падальщик. 8 уровня.
Что случилось? Пошли поднимемся. Что случилось? Она не будет со мной разговаривать, скорее всего, да? Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. То есть, лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать. Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? Вот прям видно, что над ней сидели, работали над лицом. Прям вау, глаза шикарные. Как все немножечко поддергивается. У этой, конечно, все похуже Каких сделано. Еще забытых? Богиня проклинает нераскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Не-не-не. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Ну, что-то вокруг рта у нее как-то подниматься. Вот эта кожа складок смущает меня немножко. Такое, в принципе, что-то такое бывает. И у нормальных людей, имею в виду. Ну, просто вот как-то она здесь так очень явно в глаза бросается. Спокойно. Он где-то тут был. Понятно. Ладно, я, может быть, даже успею что-то собрать. Нет? Пусто. Ладно, хорошо, пошли туда. Мы сейчас не будем особенно сильно этого Брона искать. Мы лучше с вами... Никого нет. Заяц. Эта машина далеко. Здесь еще вроде машины были. Просто собираем все, чтобы было. Интересно, а у нас есть ограничения на это дерево и прочее? Или можно собирать сколько хочешь? Давай. Тут чуть-чуть осталось. Кстати, подлечиться могу. Иди нафиг. Что там, где там? Я просто не понимаю. Откуда звук был? Странно. Ну вот, это понятно, это обычное. А здесь что? Индюк. Нам наверх. Он далеко. Ног, пойдем сюда. Это хорошо сделано все-таки. Гармонично вписывается. Так. Лекарство. Это у нас. О, это хорошо. Подожди, стоп.
Ладно, вроде больше нету. Да, ее еще, правда, понять нужно будет. Пусто. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания, разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Поздравляю, Великая Мать вновь даровала вам кроликов. Великая Мать, твой голос, как далекие раскаты грома. О, мать, я слышу песни скорби. Я бы примкнула к ним, но я забыла свои четки на восточном утесе. Я так боюсь. Грата, дождитесь меня в лагере. Я постараюсь помочь. У Граты руки такие молодые. Что-то они забыли проработать. Ну ладно, это мелочи, к такому не стоит придираться. Так вот, игра-то консольная была. Это прикольно сейчас сделано было, мне понравилось. Хорошо, даровал вам кроликов. Давай собираемся, тихо, спокойно. Там что-то есть. Ну, это обычный рыск. Правда, их двое. Вот было бы сейчас хорошо по одному их растащить. Было бы просто идеально. Зараза. Да, попробуем вот этого приманить. Нет? Типа я должен смотреть на него, да? А я сейчас не смотрю. У меня нету прямой видимости. Или слишком далеко? Ну, вроде получилось. Тут реально далеко. Все хорошо. Со спины аккуратненько. Костер рядом, это хорошо. Давай. Изи-пизи. А что там такое? А, я просто не то нажал. Здесь трава. Не знаешь, когда пригодится. Угу. Согласен. Что это такое? Просто костер, а костер хорошо. Ну так-то мы с вами, в принципе, все собрали, да? Воу-воу. Забавно провалились. Что? Прошу. Ток. Мне не к кому обратиться. Иду. Прошу, подойди. Спокойно, спокойно, Ток. Что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу. Тем более идти за ней. Ты поможешь. Хорошо. Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя. Такое хорошее не лицо. Извините, это просто нереально. Ну не-не-не, это нужно было доработать получше. Ну, первоначальные квесты всегда должны быть вылизаны. Костер, да? Или что это? Ну да, костер. Блин, я хочу до него доползти. Но я видел там одного. Знаешь, что вырубим? Странно, подожди. Или где я его видел? В общем, где-то я его видел абсолютно точно. Давай-ка мы с тобой создадим еще одно сохранение. Вот так вот и быстро. Да, хорошо. Люблю такое делать. Всегда на всякий пожарный запасаться. Оставлю на потом.
Угу. Мы сейчас с тобой идем. Да, до тропы наверх. Ух, я тут задание уже набрал, да? Ну это прикольно, просто проходим в свое удовольствие. Я вот именно сейчас это и делаю. Спокойно. Останки. Окей. Класс. Как она скользит. Прям сплошное удовольствие. Он не должен нас заметить, мы далеко. Хотя нет, вон там чуть-чуть что-то там засветилось, да? То, что он начал замечать нас. Кстати, да, мне нужно еще стрел подкрафтить. Вот это хорошо сделано, прямо как я говорю, прям в этом Far Cry также было реализовано. Но здесь прям такое замедление классное, да? То есть не останавливается полностью время, а замедлением это и работает. Это хорошо. Бумс. Вот сохраняшки бы побыстрее немножко шли, а не вот так вот все-таки на компьютере играем. Камон. Ну, может быть, сложно было переделывать. Что? Че это за фигня? Просто краска, скорее всего. Совсем близко. Воу. Черт, бежим. Он заметил меня. Давай. Собака. Это прям супер удачно. Я не буду эти какие-то такие неудачные моменты вырезать. Ну, только не иногда буду, естественно. Так вот, удачно сохранились. Буду вырезать тогда, когда это просто растягивает выпуск, так скажем. А тут все это было моментально. Сам виноват. Не заметил. Ну, нам туда и нужно идти, в принципе. И они оттуда спустились. Так. Раз, два, три. Но это не сложно. Может быть, я зря это сделал. Потому что сейчас тот будет возвращаться, и он заметит это дело, да? Нет? Надеюсь, что нет. Уходи. Возможно, мне удастся. Да, по-тихому забить. Второй тоже стоит, наблюдает. Хорошо сделано. Окей. Ну иди сюда. Ну да, это прям очень легко. Ладно. Тут я лоханулся. Нужно было быстрее все сделать, да. Ладно, не страшно. Я думал, что мы в траве будем. Все справились, все хорошо. Здесь вроде больше никого. Тут была веревка какая-то. А, это наверх? Или наоборот, оттуда вниз? Она сказала, четки потеряла. Вера верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Но руки-то у нее довольно-таки сильные, между прочим. И молодые. Лицо вот не очень. Я допрыгну? Ладно, хорошо. Так, подожди, да нет, наверх, наверх, наверх. Точно, я здесь уже один раз забирался. Вот этот уступ похож на то, что на него можно запрыгнуть, но... Видимо, нет. Нет, вот здесь вот, вот, вот здесь вот. Такое ощущение, что туда можно запрыгнуть. Все хорошо. Аккуратно. Есть. Заберите четки. Многообещающе. Она шутит? Ага, это испытание вот какое-то? Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери.
Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока. Прикольно, если это сейчас уже инициализация идет. Или инициация. А вот и Грата. Наедине с Великой Матерью. Как всегда. Вот ваши четки, Грата. Я выполнила вашу просьбу. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая мать, услышь, хорошо, как я перебираю на этих четках. Мне нужен еще один, да, огнежар. По основному заданию. Ну пошли, да, будем. В принципе, не должно быть сложно. Не, прыгать, естественно. А, четвертый уровень. А можно и не прыгать, прыгать, можно скатиться. Это было проще. Так, кстати, нажмите, чтобы доступ к навыкам получить. Понятно. Один навык у нас с вами есть. Воин. Замедлить время при нажатии. Слушайте, это хорошо. Ну, shift зажать. Нажмите, чтобы провести атаку, которая нанесет сбитому с ног противника больше урона. Это тоже хорошо. Слабые удары копьем позволяют с большей вероятностью сбивать броню и компоненты. Ускоряет процесс исцеления при использовании лекарственных зелий. Элой получает больше природных ресурсов. Здесь все полезно, это все нужно качать, господи. Ладно, хорошо, давай, наверное, замедление времени, потому что так будет немножечко попроще стрелять, волевой клавишу мышь можно зажимать. Все, возвращаемся и пойдем добудем как раз огнежар. То есть там, где мы с вами добывали огнежар, там же мы немножко уже почистили местность, да? Лучше не спешите. Да-да-да, все правильно. Крыса. Вон бегун. Но здесь никого. Ну окей. Он за камнем. И он там не один. Ох, как классно, а. Меня же не запалили, нет? Нет, ну что-то непонятное. Иди сюда. Да, немножко запалили. Забавно. А второй? Нет, он один. Спокуха. О, сердце. Редкий материал. Так, здесь еще один. Или нет? Нет, вон он. Нужно обязательно его... Это мертвый. Подманить сюда. Хотя ладно, давай тебя. Или вот только так можно? А, только так. Оттуда нельзя это делать. Но по идее никто заметить не должен. Все хорошо. Так, чтобы открыть не оружие, удерживать этап. Нам нужно сделать эту фигню, да? Хорошо, ладно. Если вы хотите модифицировать свое оружие или одежду, нажмите и перейдите в раздел изготовления. Ну давай посмотрим. Изготовление. Предположим, лук. Модификации. F. Модифицировать. Этот легкий лук жертвует убойной силой ради быстрой перезарядки и повышенной скорострельности. Сюда можно поставить спираль урона 21%. О, прикольно, слушай. Давай. А сюда что-нибудь можно, нет? Нет, сюда нельзя. Предметы. Так, а одежды нет нифига, да? Ну ладно, хорошо, хоть что-то появилось у нас, это хорошо.
Там еще один был. Слушай, мне не хочется вот этим стрелять, да. И тратить. Хорошо, 10 машин забито. Но я немножко увлекся, я знаю. Заражение. Спираль получена. Я не могу свистнуть ему, слишком далеко, видимо. Так, ну ладно, давайте посмотрим, куда нам нужно идти. Пофармить я могу и за кадром, это не важно. Сюда, поговорите с Карстом. Карст находится там. Здесь по пути, если не ошибаюсь, этот самый, как его. Костер должен быть. Вот костер где-то здесь, нет? Похоже, это Арана. Кто-нибудь! Она в опасности. Я не могу слезть! Сейчас иду. Подожди, я только сохранюсь по-быстренькому. Я не могу слезть! Сейчас все сделаем. Я тебя понял, я все понял. Черт, их много. Минус. А сейчас сделаю, подожди. Не так просто, как кажется. Почему-то они меня не видят, а? Я не понимаю. Или я нахожусь вне зоны их действия, как вариант. Или они на нее агрятся, как вариант. То есть тут не видят они меня толком, я понял. Я слишком далеко. Тихо, спокойно. Есть, отлично. Давай-ка мы с тобой лучше стрел подкрафтим. По полной. Ты спустилась? Или ты там еще сидишь? Ну? Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Копье? Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он не нарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Да, ладно, хорошо. Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать, неужели у меня не хватит мастерства, чтобы вернуть копье? Ладно, я верну. Я поищу копье. Правда? О, спасибо! Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Ладно, давай все собираем. Где-то, я так понимаю, там улучшения в них, да? А падальщика мы с вами где-то видели. Где-то совсем рядом. Давай выполним это задание, что ли, тоже. Что делать? А, он вот там сидит. Где-то там. Пора идти к Карсту за нитеметом. Или все-таки сходим туда? Это же не может мне закрыть это задание? Да нет, не может, наверное. Но мы можем сохраниться около костра где-нибудь. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидит. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожный вид. А костер у тебя здесь есть? Черт, ну ладно. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов.
В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Ладно, хорошо. Боишься, что я донесу? Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Ладно, хорошо. Раз знает. Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. Ого. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда я вернулся из изгнания в сердце матери, все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мёд. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь. Особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Но у нас есть ли линза падальщика, нет? Да вроде есть. Все хорошо. Экипируем его сюда. Окей, ладно, только тут много всего. Теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает... Может, что-то даст тебе фору на инициации. Итак, давайте смотреть. Нитьмёт, проща 350, у нас 35. Понятно, подожди, канатомёт. Мы можем продать с вами мясо, шкуру кабана. А, типа за 25... Ой, как все это дергается, наверное, вот так вот легче всего при помощи стрелочек. Продать несколько штук G. Ну ладно, хорошо, давай продадим. У нас с вами 80, вместимость 9 из 20. Ага, есть вместимость. Приятно иметь с тобой дело. Ладно, хорошо, давай. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. И все такое, чувак. То есть мы теперь знаем, как торговать и где торговать. Обучение. Ну-ка, чтобы взять в руки нитьмёт, откройте мне оружие. Ну, понятно, хорошо. А затем выберите боеприпасы с помощью колесика. Подожди, подожди. Ладно, в принципе, вот так вот. Ну понятно, то есть мы с вами выстреливаем в 2 места, он сработает, когда противник пройдет мимо. Ладно, прямо сейчас это не будем использовать. О, соберем. Вон он. Я думаю, что копье можно просто стырить. Он не один, да? Это было легко. Да ладно, давай уж все, сейчас зачистим здесь. Это хорошо, что мы это с вами выучили. Все, забираем полностью. Ну, я до них просто добежал без приключений, так что... Хвала матери, Элой вернулась. Пошли. С копьем. Сначала ты вернула мне Арану, а теперь и копье нашла.
Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезную. Ну, благодаря тебе. У меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе. За все. То есть, подожди. Он сказал, что он взглянет на мое копье. Он имеет в виду, что он будет его улучшать, ремонтировать? Как представлю, что мог навсегда потерять Арану. Спасибо, Элой. Ну, во всяком случае, он со мной говорит, это уже хорошо. Ну что ж, я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. В принципе, ну вот к этому моменту я уже, наверное, пойму, хороший просмотр или нет. И сяду, наверное, снимать следующий выпуск. Ну, сяду-то я его снимать так или иначе. Вот только когда он выйдет, сегодня или завтра, это вопрос. Ну а на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.